Белая медведица Колымана вывела своего детеныша из берлоги. По этому случаю в зоопарке Ортодойду проходит торжественное событие. Присутствуют министр охраны природы Сахамин Афанасьев и глава Нижнеколымского района Иван Суздалов, где нашли в свое время Колыману. Первое время мы вообще его не видели, потому что Колымана держала, ну, просто сворачивалась клубком таким, да, не поймешь вообще даже где что, да. И поэтому малыша они ложат обычно вот на лапу одну, вторую прикрывают, задние ноги подтягивают, голову тоже вот между лап, да, и получается такой прямо круглый комочек. Вот. Постепенно, по мере роста, интересно очень было наблюдать, что позы ее менялись, да, она уже стала более расслабленной и как бы в форме бутона, да, лежала. Глазки у нас открылись на 45-й день, но мы заметили, они начали на камере вот сверкать. Угу. Вот. И зубки где-то у нас прорезались тоже, вот по, можно сказать, по графику, да. Медвежонка. Через две недели, если это самец, то его отправят в Хабаровский зоопарк, а если самка, то по договору он полетит в Петербург, откуда взяли отца малыша Ломоносова. Минохраны природы предлагает населению Якутии выбрать имя для медвежонка. Ведомство объявило конкурс.